Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». И мы сегодня готовим летние бутерброды с хрустящей корочкой, пикантные, с ароматом чеснока, свежайшие бутербродики. Они идеальные. За что я люблю лето? За свежие овощи и за море. Поэтому давайте готовить вместе. Доступное блюдо, очень вкусное и готовится быстро. Для летних бутербродиков нам нужны будут следующие продукты. Резанный хлеб. Любой берите. У меня и тостовый, и обычный. В общем, соль, растительное масло, один зубок чеснока, черный перец, зелень петрушки, три луковицы. У меня лук-шалот небольшого размера. Если берете обычную луковицу, одной будет достаточно. И 4 спелых помидора. У меня розовые помидоры, очень сладкие и вкусные. Сейчас мы приготовим греночки. Тостовый хлебушек я вот так, смотрите, разрезаю на треугольники. Ну, обычный хлебушек тоже вот резанный. Пополам разрежу. Сейчас весь хлебушек просто сверху смажем растительным маслом. И все вот так. Не солим. Это все мы сделаем потом. И ставим в разогретую духовочку на 200 градусов до зарумянивания. А потом уже будем дальше собирать. Сделала больше гренок, потому что к супу они отлично подойдут. Викулик у нас любит греночки с чесноком. Поэтому делаем больше, чем надо. Чем будет у нас начинки. А там посмотрим, как пойдет. Нам нужно все продукты мелко нарезать. Для начала, вот смотрите, я нарезала лук. Сок тут с помидор также вот вытекает. Так, ну сейчас пока помидоры туда не выкладываем. Помидоры еще вам нужно 3 штуки мелко-мелко нарезать. Значит, смотрите, вот так хорошенько перетираем лук с петрушкой. И нужно посолить. Когда добавляете соль, очень аккуратно. Не должно быть много соли. Мы еще гренки будем натирать чесноком, соответственно, чеснок будем макать в соль. Хорошенько вот так вот. Все, растерли. Теперь выкладываем мелко нарезанный помидор. И продолжаем дальше нарезать помидоры. Очень вкусные, такие свежие. Легкие летние бутербродики. Готовьте на здоровье. Открыла холодильник. Что нашла, из того и приготовила. И вам рекомендую готовить простую, вкусную домашнюю еду. Теперь еще немножко соли добавим помидорам. Черного молотого перца. И немного растительного масла. Вот такая будет начинка на наши бутербродики. Вроде бы все просто, но поверьте, это очень вкусно. Сейчас все сами увидите. Греночки запекались в духовочке 10 минут. Теперь берем и так макаем в соль и натираем. То, что доктор прописал, как говорится. Ну а теперь берем и выкладываем сверху начинку. Греночки немного размокают. Ну, чуть-чуть мягче становятся. Я неправильно сказала. Сейчас сразу все напишут. О, они будут мягкие. Нет, они будут с хрустящей корочкой. Просто вот немножечко вот этот сок пропитывает весь хлебушек. Безумно вкусно. Просто ароматы непередаваемые. Но у меня глаз алмаз. Вы представляете, вся начинка разошлась на все гренки. Угадала. Везение. Это вкусно. Утоляю жажду компота и берусь за прекрасные бутербродики. Один съела.
Еще один съем. Ну, очень вкусные, ароматные такие, вы знаете, пикантные. Здесь и чесночок чувствуется, и лучок. И это все с помидорчиком и зелень. Ну, просто идеально. Готовим, готовим все. Безумно вкусно, просто и вкусно. Готовьте на здоровье. С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч, пока-пока. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь моими видео с друзьями. Пока!